вечна, верославна наша вера, православна. Кто владелец Российской Федерации? При проверке субъекта Российской Федерации оказалось, что согласно регистру DUN и знак авторского права номер 531 298 1725, эта коммерческая структура имеет генерального директора Медведева Дмитрия Анатольевича. Законно ли существует Российская Федерация? Никакой Российской Федерации юридически на территории РСФСР нет и быть не может, как и граждан Российской Федерации. А если РФ фактически, значит, она является оккупантом на данной территории, а все граждане СССР являются рабами и мигрантами. Для тех, кто не верил, еще раз. Окей, Google. Где зарегистрирована Российская Федерация? Согласно источнику КОНТ, юридическое лицо РФ, Российская Федерация официально зарегистрирована в Мировом реестре юридических лиц как коммерческая организация. Исполнительным директором фирмы является гражданин СССР Медведев Д.А.